Всем привет, друзья! Добро пожаловать в море воров! В этом ролике вы увидите очень накаленные стычки между пиратами, битвы за золото и отжимания фортов. А еще я буду добавлять сумму продажи после каждого потопленного корабля. В конце ролика мы узнаем, какая сумма вышла в итоге. Я буду рассказывать каждый момент. Если нравится такой формат, обязательно ставь лайк, и судя по вашим отзывам, я пойму, что вам больше всего нравится. Приятного просмотра! Ай, тоже доншут, ну чё ты? Да, три легенды. Это были аккуратно. Первый наш форт Фортуны. Он такой сладкий, когда на нем стоит бригантина. Ролик начинается с этого момента. Тут мы узнаем, пополним ли свой кошелек или останемся ни с чем. Блин, он... Минус зад. Я попробую к ним. Пока они... Это рядом. Где моя бутылка розового грога? Она не плывут. Ага, увидел. Нет. Пас. Кидай ее. Не умер? Это ч как? Это чё, чем меня вообще? Ёпта. Опять не долетает, прилетает, не долетает. На любимая. Да ну. Да ладно, что так быстро. Что за мушкетон у него такой? Мне, кстати, по-моему, не было этого фортунского сундука на... Так, здесь нет фортунского. Эта битва оказалась очень легкой, кости потоплены и весь лут у нас. Но я вас уверяю, дальше будет очень интересно. Мы забрали все с Фортуны и поплыли продавать, нам по пути никто не встретился. Спокойно выгрузили корабль на приюте и сдали. За все у нас получилось 176 784 золота. Дальше мы отправились на очередных костей. Тут начинается настоящее выживание, то один корабль, то другой. Вот у нас так получилось, что мы плыли на одних, а всплыл вообще шлюп. Но с ним у нас был разговор короткий, хоть меня и отправили на паром. Мы живы, а значит, весь контент у нас впереди. Ребят, я тут задался вопросом после нашумевшего моего ролика про 100 дней, как мне пополнить кошелек в Стиме для покупки игр. Чтобы порадовать вас новым контентом, и прям с неба на землю приземлился словно герой нашего времени для пополнения кошелька Steam KupiCode. Это популярный сервис для пополнения вашего кошелька в Steam в два клика. Самое главное, что сервис не запрашивает пароля, нужен только ваш логин, который вписывается в главную строку на сайте. Это просто, быстро, дешево и безопасно. Дальше набираем желаемую сумму для пополнения кошелька. Обязательно ставим галочку, что ввели именно логин, а не никнейм. Вводим поле ниже мой промокод Мурма, чтобы комиссия стала всего лишь 16%. Да и вообще на KupiCode самая низкая комиссия на рынке. Далее, когда вы ввели логин и ввели промокод, выберите самый удобный для вас способ оплаты и моментально получаете средства на своем кошельке Steam. А еще на KupiCode можно авторизоваться с помощью ВК и Telegram и получить за это 50 бонусных рублей. Ну а те, кто зарегистрируется, будут получать постоянный кэшбэк за каждое пополнение. Еще на KupiCode можно пополнять аккаунты из Казахстана. На главной странице просто выберите КЗТ. Можно посчитать сумму по нынешнему курсу, ну или сразу переключиться на тенге. Даже если вы сменили регион своего Steam на Казахстан, его можно без проблем пополнить на KupiCode. Ссылка на KupiCode и мой промокод Мурма в описании. Пользуйтесь на здоровье. Я вот, например, уже пополнил и прикупил игрушку для новых 100 дней. Приятного просмотра. Продолжаем нашу историю в пути на Форт Фортуны. У нас таких было много, и каждый раз контент разный.
Тут, как я говорил, будет бригантина, я полетел на форт и еле-еле нашел ключ. Мы с ними стали стреляться на пушках, я давал кнепеля и обычные ядра, но все летело в молоко. Тот шлюп, который на нас выплыл изначально, тоже решил попытать удачу и вмешаться в бой. Как только брига решила уйти на ресет, мы в это время заскочили под шумок на форт. Мы надеемся. Я не вижу ключа. А вон там где-то что-то сияет. Но он на камне прям лежит. На камне, где вход в... А вон, да-да-да, на камне лежит ключ. Или нет? Или же в бочку? А, вот ключ, ой, ё-моё. Давай быстрее сюда. Я открыл, ой, дурак. Я по привычке открыл. Понятно. Понимаю. Сука нам. Секунду. Не-не-не, нормально. Вот, бери сундук, сейчас еще легенду вытащу. Да не понятно. Форт Фортуны наш. Пока шлюп пытался разобраться с бригантиной, мы смогли найти ключ и открыть цитадель. В ней было все, что желает настоящий пират. Сундук Фортуны и сундук Легенды. Не спеша перетаскивали все содержимое на камень, чтобы далее загарпунить на корабль. Сокровищ было так много и ушло времени на это прям хорошо, но к нам так никто и не приплыл, только были слышны пушечные выстрелы вдалеке. Конечно, про нас помнили и когда увидели, что отплываем, устремились к нам. Каждый раз, кстати, внутри такое чувство, что вот-вот все потеряешь. Я просто когда прыгал, я там не увидел ничего. Стакось в лестнице. Они уплыли по ветру. У нас полный ход, да. Я сама не понимаю, как стрелять. Рома, привет! Здравствуйте. Не чугун. Минус штурвал. Надо ресет. Внизу забьем, зарезали все уже. Ну как? Ядра. Прям в пушку попадаю. Охеренно. Лёгко! Ядра выше пролетают. Я не могу текстуру брать. Но он прям на якоре резко. Минус один, один ко мне спрыгнул. Скоро все будем на сабле играть. А, все, они пханули. Черпает. Ну я в ютуб зато попал. Да, да. Можно на корабль? Сфоткаться? Или чего? Да давайте сфоткаемся. Давайте сфоткаемся, да. Ну давайте фотканемся и тогда это... На фоне возвращайтесь на свои воды. Да, 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 хорошо. Да, для этого еще рано. Все, спасибо, ребят. И вам тоже да, спасибо. Пожалуйста. Нормальные ребята такие доброжелательные. Даже если не выиграли бой и потеряли форт, не были в отчаянии. Наоборот, с позитивом отнеслись к этому. Еще и фотку сделали на фоне любимых морей. Но нам оставалось только одно – собрать весь лут на нос корабля и отправиться на приют смерти все продавать. Думаю, сумма будет приличная. Кстати, когда приплывали на приют, там проплывала эта брига еще раз. Все потому, что на ней был третий пират, который не успел сделать фотку на память. Конечно, мы не отказали и бахнули фотокарточку. О. Да, фоткаться уже пришли. Привет. Здорово. Тоже это, фоткануться? О, какой песик хорошенький. Ну да, да. Нравится, нравится. А, так, где там? Все, спасибо. Да и вам спасибо. А вы же ключ нашли от форта? Где он там лежал? А то мы его как-то потеряли. А там вот скала шла и прям снизу в текстуре. Он немного торчал. Этот момент закончился на том, что мы нафоткались и стали все продавать. Сокровищ было приличное, вышла сумма на 217 252 золота. Если для вас это малая сумма, потерпите немного и смотрите, как развиваются события. Дальше очень интересно и познавательно. Напоминаю, что все вырученное золото с потоплений мы посчитаем в конце ролика. Ну а пока в нашей копилке 394 тысячи золота с вражеских кораблей. Галеон
Бригантина, шлюпы и форт проклятых. Когда плывешь по такому серверу, думаешь, что жизнь удалась. И ближайший час, два, а то и три ты проведешь в полном удовольствии, чугуне и, конечно, нервах. Ну а вам желаю приятного просмотра. Один игрок мне стоит. Нихрена лагает. На первую пушку чуть дала. Минус две. Сейчас галеон подсосется. Галеон, конечно, вообще не вовремя. Пока будем топить галеон. Минус один. Угу, хорошо. Его рессуют. Угу. Ну, не даю ресс. Минус два. Хорошо. Я к ним. Давай. Здесь остров. Если что, будешь сражаться с галеоном. Или я. Все, после тону. Утонули. Ой, здесь надо. Галеон пока не понимает, что ему делать. Забери вот этот ящик. Когда ты побеждаешь в битве, ты вроде счастлив. От того, что видишь очень много лута, который тебе придется еще гарпунить. Но самые фиговые моменты — это тогда, когда тебе нужно забрать лут, а на горизонте появляется галеон. И ты понимаешь, что вместо одного чугуна ты можешь поймать аж 4. Хорошо, что у нас было много времени, и мы успели все загрузить. Галеон уже на горизонте, нужно стрелять. И сейчас мы поймем, на чьей стороне фортуна. Ну а самое главное в этой истории, то что с Бригантины мы забрали 3 форта проклятых. Слива, listen. Чего listen? Отстаньте. Какая еще слива? Так, главное, чтобы мощь не отпиратели. Только не я. Все, минус мачты будут, наверное. Охеренно. Откроем. Он пролетел. Мачту чиню. Full парус. Охеренно. Против галеона драться. Надо за остров заплыть. У меня штурвала нет. Помоги. Я уплываю. Ресет. Давай. Борт я чиню. Смотри за этим. А, ну давай тогда туда за остров. Можем лут пока забрать, да, не буду долго разворачиваться. Мы немного посражались с галеоном, и он начал отплывать на ресет. Там еще на горизонте появился, как обычно, откуда ни возьмись, шлюп. То есть мы понимали то, что они будут топить изначально галеон, а потом нападут на нас. Потому что у нас 3 форта проклятых. Это, кстати говоря, очень много золота. Пока они отвлеклись друг на друга, мы стали забирать лут. Набрали немного ресурсов, немного еще сокровищ. И отправились, конечно же, на битву, потому что все равно будет за нами слежка. И битва неминуема. Прошло от силы минут 10, и мы увидели то, что шлюп уже практически потопил галеон. И этот галеон стоял около маленького острова. И вот как раз таки этот маленький остров очень хорошо подыграл галеону. А ты прям здесь, кушай, я думал, вот на галеоне прям инсайдеры какие-то. Правее от острова надо. Наверное, нет. У нас так хватит было. Ну, давай. Хайд. Что, легенду нашел, что ли? Минус один. Живу. Минус мачта. Куда там бегаешь? Ясно. У него кривая анимация. На пушку идет. А, нет, не смотрел. Не, он начерпать. Все смотри на белом корпусе. Ага. Инсайдер каждый второй какой-то. Обязательно надо вот это вот говно делать. Минус. Еще не, пожалуйста. Колочек есть. Реснулся. Я минус даем и туда пойдем. Туда ее. Залезай. Залез? Ну, взялся. Выбил. Я держу якорь. Сейчас, подожди. У меня не было звуков даже, что залезает. Где этот стреляет? Подожди. Может убить меня нахер.
Блять, прикинь, подстава какая с этого галеона. Как, кстати, да, возможно. Минус матч у нас. Я знаю. У них дерутся, да, с галеона. Это подстава с галеона. Я думаю, откуда он взялся. Не было ни звуков, ничего. Мощно поднимает. Минус один. У них три там должно быть. Судя по тому, что еще с галеона кто-то. Сейчас галеон будет кемпить на прыгнуть, смотри. Смотри, пока воду у нас. Меньше да, там войны. Сражается этот чел. На нас прыгнул. Не успеет залезть. В смысле, вот он. А, я второго видел, другого. Ну, это тоже голый. Минус. Хорошо. Тресаться будет, наверное. Он с его треснет. Треснет, треснет, да. Поможешь? Да, шлюп реально бессмертный. Он же только без паруса стоит. Залезает. Кип дала один. Не умирает. Держи, не держи. Могу поймать. У нас одна палка. Смотри его, смотри. Смотрю. Не успел он. Убьет меня. Убил. Все, нормально. Может, с одной палкой вообще трэш. Прыгай к ним. GG, guys. Не знаю, есть смысл с них что-то забирать? У нас вон приют здесь, давай, может, на приют сразу? Галеон сзади. Да, блин. По последней моей фразе уже все понятно. За нами устремился галеон, чтобы все-таки забрать эти три проклятых форта. Нам оставалось только одно – плыть куда-то дальше, выстреливаться на острова, чтобы залутать корабль, ибо у нас не было ни ядер, ни досок, ни еды. А как вы знаете, галеон топить очень сложно. Мы решили сделать так – будем проплывать мимо приюта и туда сдавать всяких жнецов. Ну, в общем, все то, что сдается на приют. А все остальное мы повезем на порт Мерик. Там мы загарпуним это все дело и быстро сдадим правителям. Это был единственный выход, потому что это все бы затянулось на очень долгое время. А у нас еще так много дел впереди. В общем, галеон сидел у нас на хвосте. Мы по пути лутались. И форпост порт Мерика был уже совсем близок. И вот что из этого получилось. Она шлюп плывет. Тот да же самый. На него. Это охукаю, ты сдавай. Почти. Бросай. Давай, принимай, сдавай сейчас. Мы не капитанский корабль, гарпунь обратно. Поэтому точно. Я не люблю брать чей-то. А, давай здесь еще не удобняк обратно. Давай ничего не продать, ничего не сделать. К нам стреляются уже. Да, забираю. Давай, лестница не работает. Все, погнали, плыви. Я ставлю левый борт под галеон. Теперь дважды драться типа, надо с ними. Один раз топить, второй раз, потом, наверное, еще третий раз. Да. А, шлюп по галеону. У нас опять есть помощь. Мы должны их топить, а задолбали. Кидывай в носик. Капитанский, на название нет. А, он по ним, нормально, нормально, нормально. Шлюп на них. Бутерброда не будет, это самое главное. Шлюп не втыкаемся там? Не очень. То они еще... Они... Шлюп белый, белый выстрел дал. Они с нами, может, альянс хотят. Hello, guys. Oh, yeah, yeah, friendly, friendly sloop. No. Не надо нам савельщиков. А чё он на якоре стал? Вон, висит. Зачем ты его так... Или он в слезах убегает. Нет, нас дважды потопили шлюпой. С британским кораблем подстава. А, ядер не так много осталось. На пушке никого. Вообще не вижу там кого-либо. Весь такой в этом в классических скинах. Типа новичок. А, у них стреляются они, эти с галеона у них. I have 15k hours there. Иди на хрен. Там еще и русские. Three.
Помочь пытались, сколько вы заступите, ничего не понимаю. Понятно, почему они будут постоянно возвращаться. Я ни разу по тебе не выступил. Мы-то откуда знаем, кто вы, блин. Ты чё, дурак, я ни разу по тебе не выстрелил, ёпта, бабушке рассказываешь. Базару нет. Так только русские общаются, точно. А, у них ещё дерутся. Машет нам стоит. Все, погнали. Не надо нам махать. Получается, мы потопили и галеон, и шлюп. Ну, конечно, на шлюпе мешали опять ребята с галеона, за что им спасибо. После этой битвы к нам никто не возвращался, и мы спокойно поплыли на приют и все продали. Очень жалко, что этот корабль был не капитанский, и мы не могли посмотреть, какая же была сумма после продажи. Но мы отмотали стрим и все посмотрели. И золото у нас получилось 378 494. Предлагаю вам посмотреть еще одну историю этого дня. В этом моменте очень много всего происходило, и я скажу очень кратко. Здесь будет галеон, мы встретим подписчика, которого я кое-как уболтаю на его корабле, чтобы он нам помог. Ну и, конечно, форты, за которые мы будем биться. За контент можно поставить лайк, здесь будет много битв. Приятного просмотра. Салка. Вижу, да. Какие-то пожилые. Хотя, да. Может быть, и нет. Они на всех парусах. Залезать будет. Залезает. Мы бифрендли! Врезались. О, хорошо. Рисовать. Хрена они там. Что-то не суют там. Да нет, не должны. Да. Ясненько. Сдали, да. О, нормально. Решились. А, у него там эта штука. У нас воды немного, может, я летану? Лети. По мне тоже летит. Один, да, к тебе вылетел. У меня угла не будет пока в ближайшее время. Два хита живой. Классная рега. А у меня бомбиков нету. Блин, режут. Могу пока только жопу накидывать. Ты один в воде, по-моему. Минус. Лута здесь, конечно. Бля, ты чё так дёргай? Ты нахер? Я встал и идти не могу. Манки Исланд. Спокойно, манки Исланд. Скоро выйдет все нормально. Ту-ру-ту-ту-ру-ту. Треснулся? Я не могу даже на паром загрузиться. Выйди из игры, войди обратно. Окей. Я здесь, нихер себе. Минус ананасок, не пиляй, все остальное. Пока я был в блэк-скрине и не мог зайти на корабль, Ксения сражалась против галеона, убила там всех и потопила их. Но, к сожалению, к ней потом забрались все 4 человека, потому что возразились с парома. Закидали зажигалками и отфигачили саблей. В это время у нас были дыры и наш корабль потонул. Мы отправились обратно на место крушения галеона, в надежде, что сокровища еще будут плавать. Не знаю, будут ли они там, посмотрим. Хотя, может, и не будет здесь лута. Вообще, о, ля, стреляет, блядь. Ну, двое минимум. Те самые, кого я не убила. Ой, это в меня странно. Минус. Еще русалка. А, русалка ушла. Беги на корабль. Нет, лут. Загадочная история. У галеона пятых костей не оказалось очень много лута. Очень, кстати, странно. В общем, мы забрали то, что было, это было мало. Направились на форпост скала Морроу и там все продали. Я поменял скин корабля. Конечно, залутали немножечко трюм, чтобы было чем сражаться. И в небе загорелся Форт Фортуна. Под эту магическую музыку хочу направить вас в те моменты. Ну и так, может, вдруг... А прыгаешь-то, мы уже деремся. А, уже деремся? Я просто еще это не знаю. Xbox не бить. Все, минус штурвал Xbox. Ломай его полностью. Он мне не нравится. У нас нет штурвала. В0 просто.
говнище просто в слюне. Дважды выливается ведро. Убил лампушку. Вода. Черпану. Они. Уплывают. Я могу. Бля. Все вроде контролю. Стоит мачта у нас, но еще угла надо. Стоит мачта. Дедры льет, как будто пять. Чуть понерфили. Давай, сабелька, прыгай. Вчера он перелетел. Ай, не поел. Классно, не поел. Готовьте попочки мамочкам в здании. Вот это он вышел. Чего ты там махаешься? Да, томить вас долго не буду. После этой битвы мы поплыли на Форт Фортуны, и нам пришлось забирать все это самим. Конечно, мы забрали, и во время этого в небе появился форт проклятых. Вот это стало уже прям интересно. Мы забрали все сокровища с форта Фортуны. Напоминаю, что это очень дорогие сокровища. И нам нужно было сперва это сдать, а потом уже отправляться на форт проклятых. Мы уже поплыли до приюта, чтобы это все сдать, и на пути я увидел шлюп. Я еще не знал, кто это, и прыгнул я туда вроде как за ресурсами. Но получилось совершенно другое. Господи, блядь. Я после такого сикнула точно. О, здесь ни хрена этих минералов. Я бы всю палубу себе. Корзины для змей, ничего себе тут. Пушки на санках, нихера. Давай, он, короче, нам поможет. Я сейчас буду плыть. Если он нам поможет, мы с ним союз поставим и все вместе продадим. Все равно нам 100% пойдет. Давай. А если он не захочет союз? Ну, в плане... Тогда захочет, я его отпущу, и пускай выполняет свои задания. А так он заработает больше, проверим. Захочет он заработать больше или нет? Его нету тут пока что вообще. Блин, вот это контент пошел. Сейчас. Xbox XX приплывет. О, брат, стой, не режь только меня. Слышишь меня? Хочешь заработать? Ты нахуй ты угнал. Да я не угнал, я хочу, чтобы ты заработал еще больше. Смотри. Да я все качаю, блядь, мне вообще пизда, как надо качать. А, ну тебе золото нужно? Оно мне вот так хватает. Да ё-моё. Че там? Че, не поплывешь ты с нами? Ну хуй, проплывем. А че плыть-то, зачем? Смотри, мы сейчас, ну у нас там есть немного лута на корабле. Мы сейчас это сдаем, вот, и поплывем на ФП. Там стоят два корабля, они в союзе. Мы в союз сейчас вступим, бахаем эти корабли и потом сдаем. Так бахаем, я один на корабле. Да, мы тебе поможем. Мы приплыли все вместе на приют и поставили союз. Ну все то сдавай, только потом сердечко сними. Ну не выходи из союза, а просто нет, сними сердечко. Не ставила. Чтоб к нам никто не законнектился больше. Так не надо сердечко ставить, чтобы в союз вступить. Смотрим, что из этого получится. Он боится, короче, то, что он соло. Потопят. Да, то, что его потопят. Но я ему говорю, если что, это поможем. Проходит 2 минуты. Корабль тонет. Так, надо фортуну взять. Сейчас интересно, сколько ему упадет. 20 плюс 30. Далее мы все продали и уже отправились на форт проклятых. Здесь-то мы и посмотрим, поможет он нам или нет. И на форте, кстати, стояла бригантина и шлюп. Союз на союз. Мне надо шлюп как-то это, чтобы не уплыл.
Они на ящике стоят. Ну, в любой момент поднимут. Вообще не вижу. Жопу зайдем, или там аккуратненько. Может, постреляешь, а я к ним? Не пиля, ядра все есть у тебя. Шлюп стоит. А что там много? Бригу не видно. И как лагает-то. Плывет. Не взрывай кто-то. Бочки. Минус один. Oh, hell. На, брига выплыла. Да-да-да-да. Давай на бригу, там один. Ща-ща. Блять, эти утонули. Я не могу уже угол поставить. Стрель осталось какой-то. Еще малый лут. Далее я вернулся на корабль, и мы стали гоняться за бригантиной. А где наш товарищ? Тоже, может, бочку дали. А, вон живой. О, галеончик. Хоть бы там ядро якорь. Вот это вот как нам постоянно. Что же, смотри, что делает. Нормально. Но мы в зоне поражения, че. Четко, да? Офигенно. С жнецом, наверное, или с легендой. Ну, жнецы, да, там. Поставь, наверное, угол, если куда это. Оп. И обратно в воду. Они не знают, куда им деться, блин. Двое бегут? Да, одна вон девчонка осталась со жнецом еще. На меня всплыли, блядь! Нет! Все, еще два жнеца сдаю. Тебе летит один. Да? А чё? О, шлюп приехал, союзный. Я думаю, кто у меня слева-то? Я запуталась в шлюпах Виталия, а у меня этот союзный шлюп их. Нашему шлюпу? Тут шлюп приплыл их. Я тебе говорила, где их шлюп? Вот он. Все, ну, еще одного убил. Уже. Так, все, этот второй сдал. Ксень, держись. На всех трусах куда-то гонят. Ну, мне, кстати, с этих пушек нормально было стрелять. Я думала, будет хуже. Летит толстяк. А, ничего себе, на порту. Мужчина в форме там. Не успел он. Без мачты. Поехали. У нас шлюп вообще беспонтовый какой-то. Прыгай к ним, давай. Держи угол. Залетай быстрее. Ух, нормально. Скелета. Лагает, блядь, просто не могу. 8 кадров. Чё там, норм? На этом история с бригантиной закончена. Мы их потопили, все забрали и отправились на форт проклятых. Туда приплыли, и лута осталось не особо-то и много. Конечно, они еще раз приплывали, и мы их быстро потопили. Все сокровища, которые были, решили не продавать. Ну а с той фортуны у нас получилось 250 тысяч золота. Следующий сервер принес нам очень много золота. Здесь особо нарезок не будет. Бригантина стояла на форте фортуны. Так получилось, что они были заняты своими делами, мы заплыли им в нос, и, соответственно, легко было потопить. После потопления мы обнаружили очень много сокровищ. Скорее всего, до этого они делали сокровищницы. Конечно, мы все забрали, потом долутали сами Форт Фортуны. Ему оставалось недолго. Все продали на приюте смерти, и у нас получилось 468 332 золота. После этого увидели Форт Проклятых. Доплыли до изгибающей лощины, и вот здесь уже начался контент. А, да, значит, нам выстрелился. О, алло! Сядешь за весло? Эй, бро, don't worry! Слышно меня? Я спрыгнула, типа меня здесь мы нет. С миром! Да мы с миром! Ёпта, не стреляй! Подлиз, мы дружелюбные, алло! Альянсовый альянс предлагаю! Don't shoot! Ай, тоже don't shoot! Ну чё ты? Зачем ты стреляешь-то? Легендарный пират! Не-не-не! Не зисоси, да хватит, юта. Не зисоси. Да ты же попасть не можешь, хорош. А у них волна еще идет. Хватит. Я сейчас спалюсь. Нормально, ныкайся там. У меня очень странно спалили. То есть первый пробежал, не увидел, чуть. А второй сразу увидел.
А, вот. Один к нам летит. Потеряется в этой темноте. Надо немного в открытые воды, чтобы у них там не было вариантов. Че два ядра тратить? Кто попадет? Звезда? Ага. Может, я к ним, а ты вокруг? Давай. Давай. Я уж не успею вокруг. Русалка, ну зачем? У меня тоже здесь чужая русалка. Не твоя. Один на острове, да, сидит, на наверное. На якоре будут. На якоре. Да, один на острове. Тут вдвоем они эти, все мусы. А, ну естественно. Да, меня шотнули. Я хоть одного убил? А, я не убил ни одного, блин. Мне кажется, такой чел, который сейчас я к ним, блядь, прыгну. Сейчас я там все сделаю. О, минус зад, минус перед. К ним полетишь? Ну, давай, я тебе угол подаю. Да, есть мне, да, нет? Мне кажется, меня сейчас саблями запинают. Более чем уверенно. Секрет пермодуванчика. Двоих одуванчиков шотнуло. Я к тебе. Дин там забивает. Троих одуванчиков шотнуло. Один забивает. Пойдем. Второй этаж сейчас пойдет. Где он забивал? У тебя? А. Неужели он забил последнюю дыру? Последнюю дыру забил, кажись. Да, вода перестала набираться. Охренеть. Не идет. Сабля. Давай хит. Блять, он не умирает вообще. Не умирает. Нахер. Ну, потому что когда они заделали дыру. Семь, выстави и к ним полетишь сейчас, хорошо? Сейчас. Опять. Я о чем говорил. Минус один там. У нас в воде где-то. Ядро и давай. А, на лестнице. Да, иди, ты стреляй там на своей пушке, блин. Дал по пушкарю. Минус. О, блин. Помогаю. Опять застряла. Я во всем застреваю. У них все мачты лежат. Ну, это да. Кряхтят они? Я не знаю, я вниз не ходила пока. Чинят вдвоем. Один чинит. Один чинит нижний этаж. Я троих убила. Идет вода? Да, есть дыра. Ой, помахнулась, ошибочка. От сабли не убежишь. Он даже не понимает, откуда я стреляю. Смотри, русалка в воду смотрит. О, легенда всплыла. О, там сколько? Я уже две легенды увидел. Три легенды! Цитадель, аккуратно. Где она у них была? Цитадель? Да. Чего? Я иду взрывать. А как я их жёг? И чё она? Как она? На мачте, может, лежала? Как вы уже поняли, это очень богатый галеон. У него было три форта проклятых. То есть они его стакали, и то, что сейчас горит еще один, это уже четвертый. Себе на корабль они забирали легендарные сундуки, а все остальное оставляли там. Мы быстренько забрали этот форт, открыли цитадель, и все сокровища были на месте. Мы это погрузили на корабль. Ну и, конечно, галеон решил вернуться. Он там стоит, такелаж берет.
Это я тайминг поймала. Я думал, тебе что ли жахнули уже. Не могу этот сбить. Сейчас тут угол будет. Дожди. А, у нас держит, стоит. Пытаешься в гарпун дать, я не в гарпун, ни в пацана не попадаю. Они прям у нас влетели. Писать тебя. У нас один. Минус. Долбался им гарпуном, минус. Ага. Вась. Прыгнешь к ним ехать, да? Попробую. У нас нормально все? Мы я чиню, нормально. Минус два. Якорь есть. А? Нормально. Минус у них, значит. Право. Минус. У меня не берется якорь. Снова. Ты можешь читер. Нет. Две пушки херач. Ну во две. Ну похуй вообще. За то, что я маленький. Одного там убил. Должна быть антирегистрация таких. Он не хочет сильно лагать. Все, пацаны. Сейчас приплывут, проверяй. Плывет. Слышу. С бочкой? С форта. Вот он, как вот будто, он, левый борт. Да. Правый тоже есть. Отплывай, к ней скинь. Минус. Хип, он лезет один. Не умирают чела вообще. Дай просто. Гарпун правый. А? Правый гарпун. Один за бочкой побежал по-любому. Ну, естественно. Ты живая? Да. А ты бросил? Да. Я одного у корабля убила, здесь еще одного. Ты говоришь, ну, еще один полез. Они вдвоем лезли? Четвертый. Ладно, я скидываю туда. О, здесь еще четвертый, четвертый есть. Мы забрали оставшийся лут и поплыли на приют. На приюте нас ожидали два шлюпа. Один из них прям совсем новичок, другой непонятный. Сражение с ними выдалось быстрым. Хорошо, что это были не такеры. А то после двухчасового боя с галеоном хотелось просто все продать. К слову, у нас это получилось, и жнецу мы отдали все до мелочей. Получили за это 518-817 тысяч золота. Ну и подведем итоги всех путешествий и потоплений. Их было не очень много, что принесло нам 2 миллиона золота. Уж не буду вписывать копейки, там 1006 сверху. Вот такой ролик, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Покажи это лайком, чтобы мотивировать меня делать подобный контент. Не забывай про стрим. И там это все можешь увидеть, так сказать, вживую. Ссылка на Twitch в описании, там еще проходят дропсы. Заглядывай вообще в описание, там много полезных ссылок. Спасибо за просмотр и пока-пока.